Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как содержат придомовые территории, расчищают от снега внутриквартальные проезды, тротуары и подходы к социальным учреждениям в Красноглинском районе города. Внимание уделили объектам, на которые пожаловались горожане. Так, жители нескольких домов Новой Самары недовольны своей управляющей компанией и написали обращение главе города. Елена Лапушкина провела беседу с руководством организации. Во дворах мы сначала чистим это все, сдвигаем в одно место, а потом по мере поступления техники, КАМАЗов, мы это выводим. И объявления вешаем, и звоним, и раскапываем эти машины. Часто ставят еще на тротуарах, очень мешает проезду вообще в принципе. Глава Самары проверила еще несколько адресов, с которых поступали обращения жителей. Так, от жильцов 52-го дома 2-го квартала поселка Мехзавод поступила жалоба на протекающую кровлю. А жители 25-го и 27-го домов по улице Красноглинское шоссе просили уделить большее внимание расчистке внутриквартальной дороги от снега. Решено, что на помощь управляющей организации придут муниципальные дорожные службы. Парковок очень много, соответственно, почистишь, люди выехали, каша. Мы стараемся где-то в среднем раз в неделю проходить, потому что дорога важная, она соединяет два больших проезда, домов много, садик и проход к школе. Все обращения, отправленные горожанами, взяли в работу. Встретилась с жителями и в Новой Самаре, и здесь на Мехзаводе, проговорили. Были обращения по дворам, но часть из них уже отработана, часть в работе. Вижу истребление района, вижу истребление управляющих компаний исправить свои ошибки и недоработки. При этом глава Самары отметила, что работы по расчистке территории, вывозу снега и противогололедной обработке не прекращаются по всему городу. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.